Проект кодекса предусматривает переход на принцип «первый пришел, первый получил». В рамках данного принципа вводятся лицензии по твердым полезным ископаемым на разведку и добычу и программа управления недрами для обеспечения эффективного управления участками недр по всем видам полезных ископаемых. Максимальная площадь по лицензии на разведку составит до 200 блоков. Срок разведки составит 6 лет с возможностью продления еще на 5 лет. При этом предполагаются понятные и исчерпывающие обязательства недропользователя по оплате ежегодных прогрессивных арендных платежей и выполнению минимальных требований по расходам на один блок. По добыче предполагается также осуществить переход на австралийскую модель предоставления права недропользования. Срок добычи составит 25 лет с возможностью продления.